Change. Из знаков начертанных ответ ты уже видишь, да? Давай. Лишние атрибуты пока. Давай. Лена тян всю ночь бас не смыкала, боялась восход солнца пропустить. Мир согревающего ждала она знак свыше, богами дарованный. Хотела увериться еще раз, что выбор ее пал на лучшего из всех существующих. И дан был ей знак судьбой предначертанный. В небе темном, как пропасть бездонная, загорелась звезда ярко-алая. Показала Елене луноокой, пришел смелый воин, который готов испытаниями, против все испытания, разрушить все чары. Позволит увидать ей улыбку в жизни семейной, ее избранник солнцеликий. Так, на вопрос ты теперь нас послушай, храбрейший из всех самураев, и подумай прежде, чем ответ дать свой. Готов ли ты пройти через все препятствия, чтобы избранницы в конце лик увидеть? Да. Так пусть свершится судьба. Давным-давно злой колдун из пещеры красных драконов поклялся кровью в своих венах, еще при рождении Елены Тян, всеми силами мощи своей помешать недостойному самураю сочетаться браком с луноликой. Вызвал он духов пещеры, наказал учинить на пути самураев препятствия, о чем звезда судьбоносная этой ночью невесте поведала. Заколдовали они духи злые, вход в обитель. Как поступишь ты, о великий? Ведь нить этой прикоснуться нельзя и перегрызть ее смерти подобно. А если вздумаешь переползти под ней, не вздумай. Колдовская сила покрывалом вечной ночи очернит жизнь твою.
Выбирай невесту! Какой набор! Я подумаю. Ты подумаешь!